После снижения цен на 30% свитер стал стоить 210 рублей. Типичная ситуация в магазине, вот, скидка 30%. Давайте считать. Что значит сбросили 30%? Значит, осталось 70%. Поэтому 70% от исходной цены – это 210. 210 разделить на 70 – это 3 рубля. 3 рубля – 1%. Ну, соответственно, 100% – это 300 рублей. Свитер стоил 300 рублей, и после снижения на 30% он стал стоить 210.